Всем привет! Сегодня я хочу продемонстрировать колхозный, ну, довольно действующий способ прокладки кабеля UTP, вывода его из розеточной группы. Как это сделать относительно недорого, очень качественно, ну и более или менее симпатично облагородить. То есть варианты такие, что просверлить в рамке отверстия, выпустить два провода. Либо вот сейчас еще один способ покажу, довольно-таки простой, действенный, и заключается его преимущество в том, что прямое подключение происходит в телевизор, либо в приставку, в ресивер. Выкидываем внутренности из стандартной розетки. Просверливаем пару отверстий, если надо, и выводим кабеля. Ну и дальше дело техники, всего лишь собираем рамку. Да, Сталина на вас не хватает. Ага, моему деду такой способ 15 лет лагерей дали. На этом все. Пальцы вверх-вниз, кому как. Пишем комментарии. До новых встреч.